28 октября музей-заповедник «Горки Ленинские» приглашает на анимационную образовательную 3D-программу «Рассвет космической эры». Начало мероприятия в 12.00 и 13.00. В Центральной библиотеке продолжаются краеведческие субботники. 28 октября состоится очередное мероприятие. Участники клуба представят свои рукоделия, поделки и рисунки. Начало в 11.00. «Прикосновение любви» под таким названием в этот же день в библиотеке в 15.00 пройдет творческий вечер Светланы Потаниной и Розы Шорниковой. А 29 октября Центральная библиотека приглашает на литературно-музыкальный вечер, посвященный 125-летию со дня рождения Марины Цветаевой. Начало в 15.00. Также в воскресенье в 14.00 всех жителей и гостей района историко-культурный центр ждет на концерте «Романсы», на котором свои творческие номера представит коллектив «Отрада». А теперь о спорте. 28 октября в субботу на стадионе «Металлург» состоится турнир Ленинского района по футболу памяти Цыганкова. Начало в 10 часов. А любители баскетбола ждут в воскресенье во Дворце спорта «Видное». В 15.30 там начнется календарная игра между «Спартой НК» и московской командой «МБА». И о кино в кинотеатре «Искра» с 26 октября по 1 ноября будет демонстрироваться детский мультфильм «Мы монстры» в формате 2D и 3D. Знакомьтесь с обаятельной семейкой Иушбун. По воле могущественного Дракулы они сталкиваются с монстрическими проблемами. Мама превращается в вампира, папа – Франкенштейна, а их дети – в мумию и оборотня. Чтобы снова стать людьми, им нужно не только победить повелителя тьмы, но и стать по-настоящему счастливой семьей.